Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем про вандейского Бассет Грифона. Веселый нрав, живой ум и обаяние – все эти качества присущи вандейскому Бассет Грифону. Эта порода была выведена как охотничья собака несколько веков назад на западе Франции, в департаменте Вандея. Благодаря проведенной селекционной работе представители породы, несмотря на свой маленький рост, обладают ловкостью и способны развивать высокую скорость при беге. Вандейский Бассет Грифон – французская гончая. Родом из Вандеи, область во Франции. Очень старая, известная порода. В России их не очень много, но собачки этой породы начинают завоевывать популярность на российских рингах. Вандейский Бассет Грифон – это собака средних размеров. Вес представителей породы редко превышает 20 килограммов. Существует два типа вандейских Бассет Грифонов – малый и большой. Рост малого составляет от 34 до 38 сантиметров, большого – от 39 до 44. В большинстве случаев окрас представителей породы трехцветный, при этом основной цвет – белый. Вандейские Бассет Грифоны – дружелюбные собаки. Они легко находят общий язык с другими животными и понимают, как играть с маленькими детьми. Эти собаки легко поддаются дрессировке. Характер очень компанейский, но в то же время независимый. Любит подать голос, как и все гончие. Собака в доме очень комфортная. Что касается ухода, то вандейского Бассет Грифона необходимо несколько раз в неделю расчесывать и раз в несколько месяцев стричь. Слабым местом представителей породы являются уши. Их нужно постоянно осматривать и чистить по мере загрязнения. Также особенное внимание стоит уделять длительным ежедневным прогулкам с собакой. Выведенные как охотничьи, вандейские Бассет Грифоны нуждаются в регулярных физических нагрузках. Есть некоторые моменты ухода за шерстью, но не настолько серьезные, как кажется. Небольшой щипка, прическа, помыть, привести в порядок. Не линяет. Средняя продолжительность жизни вандейского Бассет Грифона составляет от 13 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!